Здрасте, здрасте. Hello people, how are you? Так, снова с вами Murdock Gaming. Качать Night. Так, небольшой бардак. Still Halbert, так это получается у нас шестой левел, и нам 74% до шестого левела, потом мы сможем одеть артефакты. Это уже у нас старье. Так, у нас тут лава Halbert, надо будет намутить десятый левел, стимитр плюс 12, седьмой левел нам пригодится. Дальше, ну эти не очень. Ставьте лайки, сабскрайбы, спрашивайте, есть там вопросы. Фармер. Помню, он тоже недавно сделал. Сначала посмотрим, сколько у нас процентов на Визарда. Может там получится еще раз босса убить. Ладно, вот уже. Новые игроки тоже. Вот шестые ворота есть. Сорвак растет. Вот
процентов. Так, так. Так. Ну ладно. Работает. Они тут играют или просто стоят? АФК фарминг тут начинается, да? Next level. А, они фармят этих монстров. Офигенно.
Пошли в нас спать! Будем смотреть как чё... О! Эти мне XP дадут? На 6 левел. Буду убивать 5-х. Не дадут. Тогда я говорю до свидания, я иду дальше. Вот этот мне даст. Мне вот эти... сильнее бьет, я и не трогаю.
Как нам дали эту экспо? Все-таки, наверное, это клавало, я не могу уж. Ища. Дэмэджа маловато. Честно, бежал. Мне же добью тебя. 7000, ну почти меня убивает. You know,
можем лизард. Хай лизард. Слабоват, что надо 7-й левел все-таки сколько он дал нам левел XP 8000 ну, маловато, но надо на еще можем зайти на сайте посмотреть изготовление вещи. Blacksmith 7 левел у нас идет Paralyze Monk, Black Steel 6 левел 60 сила. Ну давайте пойдем купим. Все-таки надо. За полтора ляма купить за плюс 12, а? Тогда и вообще спокойненько все. What do you sell? Any plate mail? Full black steel. 1000... А чё где там? По-братски, синомут.
где у нас? Секундочку, парни. Девочки, парни, девочки. Шаман, спонсор. Спорт на вендоры только одного есть. Это нам никак не нравится. Шпокоцанный, поломанный. Значит, нам надо Dark Seeker. Ответить никак нельзя. Седьмого левела мы не можем нифига ответить. Нам надо тогда Black Steel оружие. Правильно, это самое лучшее, что я могу одеть. Еще раз проверим. Black Steel, да. Black Steel. А мне, наверное, найдется. Наш спонсор прилетает. Будем пробовать.
Стыки, если тут у нас 47 было, так 53. Черные. Так, нам это надо убрать. Это тоже не надо. А я покупал. Да ладно. Вот это. Да. Очень круто. Что делать? Главное, чтобы потратить деньги, правильно? Так, инвентарь это. Так, так. Это нам не надо. Может через 100 лет будем качать паладин, и тогда пригодится. Так что так, нам еще надо. Мы можем одеть скайклоука. Тут надо даст бонус. Крисами можем покачать фенси. Делать так, качать фенси. Дамедж, конечно, никакого надо, но накачать надо скилла. И может понравится. Уже. Так. Куда идем? Вот ты. Здесь попробуем. Не сомневаюсь, что мне понравится. Вот, здрасте, генерал. У нас вампир. Да-да-да, 36 этот полгода. Давайте по одному. Вот так. Пам-п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 ам
Yeah.
Murdock gun. Таракан кип. Что нам скажет таракан? Венжер его не убьет нам. Хорошо, что фокус не взял. Ну, попробуем его венжера отдать. Что нам скажет? Он 50, мы ему по 100. Самый быстрый таракан убьет медленнее всех. Ладно, сейчас попробуем доплыть до острова Айс Исланд. Может, там нам будет полегче? Надо же найти свой лучший спот, не? Пальчик туда. Интер. Вот этим, чтобы не все.
будем мешать. Обойден. You have to be full health, okay? I'm full health. Крабля! Меня кораблик. Ну а вот здесь правильно. Где наш сапогов? 6 марта. Это нам будет Айс Исланд. Far away, вы чё, гоните, да? Locked, okay, right, to right, forward. Еще раз попробуем. Погоняем снова этим. Не очень уверен, что мне получится их погонять. Ну если получится. Если нет, тогда... Если погонять этинов, тогда надо будет искать другое место. Так, давайте попробуем. Что нам скажут? Слетает там.
Очень быстренько улетели. Кинул он камнем, наверное, насколько понял. Короче, XP тоже нифига не дал. Пом-пара-па-пом. Туда пойдем. Куда пойдем-то? Значит, мне надо плотинку. Потому что это элементали. А чтобы одеть плотинку, надо 12 левела. А с 12 левела я уже придумал, где качаться. Мне надо плотинку. Значит, Деспайс все-таки орк. Thank you.
now maze fighting. Как раз тут завалялся Мау. Где-то был плюс. Не было мне плюса. Стартовский Hammer of Strength. Может с этим? Можем что-то. Тут нам бы сначала накачать Мейс Файтинг. Как качать Мейс Файтинг? Кто знает? Я знаю. Не надо только Смитхаммеров. Так, идете обратно в Ice Dungeon. Сначала потестим просто артефактом проломать голову. Да, уже пути у нас 4, смотрите. О, да, мы можем вот так сейчас. Зачем мне вести? Время. Красота. Вот. Вот. Раз. Шончан. Давайте. Что мне со стримом коммент? Yeah.
там в сумке. Самое главное то, что мы нашли где качаться. Вроде как. Нам надо так до левела. Какого левела надо? Магии работают, боже.
Что там играться с ним? Пунктиком. Мисс Хилл. Файтнинг 120. А вот какой будет мне дэмэдж, хотя мне будет 120 мейс файтнинга. Если уже вот это оружие, что мне дэмэдж 60. А чё я там вообще покупал там? Варты есть. Такой артефакт классный. Дает силу. Thank you.
Так, еще надо добавить. Вот в системе надо добавить такую турмалин, да? Нет, цитрин. Лутаем цитрин. Читаю, читаю. Так, ладно, я забежу. Надо бежу. А я сразу куплю, что мне там? Наверное. Так, где? Изготовление вещей, джигулы. Мой левел, да? Мне надо аметист. Конечно же, платинку, а не 300. Дорого стоит. Если брать тут силвер, силвер, это не то платина. На
класс. Дай купим здесь это искать, наверное. Платиниум посмотрим на сайте. Но у меня на дорогах есть платину. Это ancient, ancient. Платиниум, руби нет. Неклас не надо мне. Руби, руби, это что? Руби 10 левел. На сайте нету, кстати, покупаем здесь. Здесь мы можем купить, что мы можем купить. Начинается класс. Браслет. Нам надо было аметист, правильно? Седьмой левел. Аметист плюс 5 сворда, мейса, хэнса, рестлинга, арчери, детект хай, да стрэнд. Тен декса. Четыре дает декса. Сафир дает магери. Да, аметист. Так. Браслет. Your rings. Ring, да? Ring аметист. Получается. Платинка. Она даже активна. Актив можно было покупать у дизайнера, да? О, кстати, под придумал, где еще могу качаться. Нет, у магов. У магов можно было купить. Ну да, только по-английски могу говорить, но смысла, наверное, нету. Если будут вопросы по-английски, можно по-английски говорить. Так что так, нам надо... А где был этот скролл? Чтобы актив... А, вот он. Раз, два, три. Три скрула. И кидаем на... Корп, Орт, Санс, Пор. Нифига себе, какое сложное заклинание. Так, станем очень крутыми. Так, мне надо рек. Грустный. Чё ты такой грустный? Две реги. Наверное, бинтов еще надо закупиться. Блоки мне не надо. Купим штук дофига. Потом хила. Ой. Пускай 5-5-5 будет. Оп-оп. Потом
добавляет хила. Вот штук. Почти 50. Маны. Не более. Рефрешки. Great Cure Potions. Побольше. Виски. Один вызов нигде. Эти мне пока что не надо. Так. Надо маленький органайз. Сумки. Эти сумки. Эти мне вообще почти не надо. ПВЭ. ПВЭ. Камеры мне не надо. Ты что-то покупаешь тоже? Можете продать что-то. Вот. Have no goods for sale. Зарядку на телефон надо поставить. Телефон на зарядке, вот как правильно, наверное, говорить надо. Даже все-таки типа энтертайнер. Надо правильно же учить говорить, только я сам не умею правильно говорить. Так бывает, когда знаешь три языка и ни одного до самого конца. Так, надо. На PvP биндов. Не-не-не-не. PvP бинды. Cure potions. Раз. Mana potions. Наверное, мимо. Ладно, рестарт. Cure potion. Mana potion. Heal potion. Refresh potion. Invisca. Луда нету, escape. Флейма нету, просто нету. Дезинтоксикейшн нету, нету, нету. Сет арм 1, арм 1. Пока что у нас будет Хаммер оф Стрэнг. Халберда. Что нам третье? Это, ну, возьмем Шилда с Крисом. Пятый, ну что, пятый, пятый. До свидания, нету. Хорошо. Если мы сделали на бинды. Можем сделать на бинды, чтобы девало оружие. Например, ход кей Б. На букву Б нам будет одеваться Set Arm 1. Б, да. А Б будет Set Arm 2. Так, так, так. На Б, Н, 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 да. На Н будет Set Arm 3. Ладно, нам все равно вот так бегать. Так, еще потестим где-то прокачаться. Надо порт открыть туда.
Стон големов. Сначала надо брук. Алло. Алло. Куда дари? А, это стрим. Ту? Не, я бы тестит спел. Ну и чё? Сердце голема. Добавим клуб листа. Плюс. Так, можем тут качаться. Так, рунку. Элементал. Фарм. Как-то так. Ну давайте. Да, фига элементалов. Connect, наверное, самое то, где качаться. По сотни. Хапс. Сколько нам на XP вообще дает-то? Если нам надо 400 тысяч. Много. По 5К. По 5К получается нам надо. Если будет 100 мобов, 5000. Чуть 80 или 90 мобов надо убить, но не будет лавала. Правильно? Неправильно. Неправильно. Если 5000 нам осталось, 200 тысяч до лавала, 210 тысяч. 210 тысяч это... будет 100 мобов, 20 мобов, 20 мобов это 100 тысяч, 40 мобов надо убить, будет 200 тысяч, прекрасно, 40 мобов и мне левел ап. Вкус можно качаться и как почти как Арчер. Обратную сторону тебя не бьют. Thank you.
есть. Единственный минус, они не дропают деньги. Для новеньких вакнайтов качаться жестко невыгодно. Потому что нету лута, маны лута. Конечно, не знаю, для чего эти голомс хард. То, что падает джевелы, как бриллианты всякие, драгоценные камни. Так, вернулся. Один раз ударил, я ему раза 3-4. Вижу, реген делает хороший. Даже не хилится почти. Забрал все, чем надо. Интересно, зеленый голом. Элдер ор элемент. Там уже, наверное, потяжелее. Thank you.
Давайте. Пробовать. Сразу. 76. Хорошо. Хорошо. Прямой линию. Спокойно, мам. Давайте. Кристаллов, Дарк Кристалл, там, 9-й левел, Метеор, 8-й левел, Железный Гром, Рейд, что-то, 3. Хороший парк. Уже можно танковать. Элементалом и тут арчером чуть-чуть посидел, такого удара не бывало. Тут арчером нет. Нет, вон он дамедж. Смотрите, у меня спайк просто ломает. Тут
вообще ломают. Вот две силы. Че? Типа метеор? Я залутал тебя. Даркгейстер. Найс, клюки. Thank you.
Thank you.
30 мобов надо убить. Окей. 130 мобов, это раз, туда. Два. Команда была какая-то интересная, может вам помочь что-то посчитать. Я говорю, команды. Чар статус. Статус персонажа нам не нужен. Статус пик. Комбат инфо. Точка комбат инфо. Сидим на УРПК Помпейдж. Интересно, там платили баночку порадостно. Thank you.
спонсор нам притащит оружие. То же самое, то есть в хорошем плюсе. В хорошем плюсе. Здесь база, надо еще. Тут скоро уже надо. Здесь надо. Thank you.
издалека, я всех не хочу я трогать сразу. По одному, пожалуйста. Еще растет мой спатинг, даже после 130. А, это, наверное, не... Бижа, по-моему, да. Правильно, она же давала плюс 5, походу. Каждый, 145 макс. Не сколько у меня процентов уже? 25. Четвертая уже добита. Удар, раз,
fuck ты. Свордсмеш. Я могу одеть только после 10-го. Почему такой Hammer of Strength нету? Вот это на сайте. Я просто забыл про него. Одежда. Значит, что мне одежда? Скайроба. С этого я могу одеть уже другие арморы. Ancient Warrior. Фу-фу-фу-фу-фло, да? Ой, Forest. Darkness. Хаос. 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 Шу. Блэкборг. Двенадцатый гоблин. Барбар Икс. Драгон. Мифил. Давайте попробуем еще где-то покачаться. Че мне тут сидеть, правильно? В одном месте все время. Так. Тейнгард. Побежи получ. Побежи получ. Потом надо на орк чуть-чуть побегать. Мне не нравится. Бежим тут, не надо эти. О, вот это. Вот эти. Пробегаем, да? Ну-ка. О. Кто-то. Item ID. Уже знаю. И какой будет дамич?
даст, что мне не даст. Значит, до свидания. Мне левел. Второй левел. Я тебе доверяю уже. До третьего левела. Было бы мне хорошее спортсмен. Это, наверное, бонус дэмэдж был. Ну, скорость побыстрее. Сколько ты? Спид 40. 40? На этих тоже 40. Мне кажется, лучше этим начаться. Музыка, конечно, убывает, но другой музыку в YouTube ставить нельзя. Не, ну можно, только надо платить деньги. Мне уже не хочется заплатить за музыку. А это non-copyright музыка, которую спокойно можно слушать, ставить в стримах, видео бесплатно. Претензий никто ни от кого не будет. Мне же десенс кинули, не, или я уже. Ты можешь уйти? Можешь, сволочь. Извините за язык. Нужно, если у вас двоих прибегачу. Как? То...
где наш гоблин? Вот ты где. Нифрил композит, кому-то в позит. Без гоблина, а? Пойдет так? Да, конечно, без гоблина жизнь. Че мы без гоблина будем делать? А если так, идет тоже. Ой, чего? Долго интересно, сколько пить. Так, это у нас. Green Goblin Warrior Elite. X5 5,5, да? Тролли, мне хочется гоблинов. Гоблин, где мой гоблин? Так, вот как раз варьер элита. Теперь вызвать на дуэль. Иди сюда. Иди найди. Кто? Thank you.
Варк спиздил 1000 XP. 1000 XP. Это же много. Секс. Совсем скучно. Да ладно, шумак пишет, а? Тут вообще не... Ага. Варга, не трогай.
Никто не видел это. Никто не смотрит. Это не я, сосед ушел. Дай поиграть. Так, так. По мне играть. Барга отдай. Нет, пока что не трогайте. Да я буду тебя трогать, тогда меня трогай. Паралайз ему видел? Видел, да, мне ему на паралайз. Это так у него было принято. Паралайз ему. Раз, два, три, бом, стоп. Все красно. Все-таки я их не могу легко убить. Big Dick, у него Big Dick. Small Dick. Так, Кристо. 29 метр. Восьмой левел, одевать могу метеор сет. Метеор нам дадут минус Poison Resist, правильно? А для чего нам Poison Resist? Таракан. Тараканов пить не будем пока что. Наверное. Метеор нам даст 75 силу, Black Steel дает 60, 100% кривинут яды, интоксикация. Чайно ловкости. Можем одеть? Давайте потратим еще бабло. А че? Попробуем тарафанов сейчас. Ясмин, ты у нас спонсор сегодня. Каникс Ворд можно одеть с ковы левел. Могу вам надо одеть все что. Правильно, надо было не шел, да.
Оружие, 8 лау. Обратно к элементалам. Там самое то было. Сейчас у нас лучше армор. 300. Скажи 300. Элементал. Или мне лучше, чтобы он сдох. Давайте. Во, вар. Файт. Иди. Спасай хозяина. Пытайся. А я улетаю. Как захилить транспорт? Ой. Вася. Некрасиво я тут. Транспорта, ты меня хочешь убить. Вот наш парк. Давайте. Ладно, я схожу. Отойду на 5 минут, да? Жаль.
Так, welcome back. Welcome back, а я вернулся. Можем идти дальше, качать нашего персонажа. Сегодня мы уже два левела поднялись. И до половины дошли до девятого. Идем вот. Ко мне кот пошел. Привет, Кора. Так. Элементал фарм. Окей. Больше. Блэк стил скимит. Идем. Интересно, получается. А, мне надо новый мент. АДМ. АДД. Маунт. Как же так? Уже забыл командочку. Игровой команды. Mpet ADD. Mpet ADD. Так. И все прекрасно. Так и thank you.
Создателю, вот, отправлю я твоего за... Боже мой, что с моим языком? Ломается мой язык. Спонсор. Мне надо. Встретим нашего курьера. И он сам прибежит. Не, он туда не хочет бежать. Дойдем до него. Мой сюрприз. Курьер. Как сделать? Так.
сделали гол. Изи пизи у нас гол. The first island, sir. World leaders has not yet set the world charter. Чего? Choose good cloaks. 3000 points needed. What the fuck is good cloaks? Show good title. Yes, of course. What's good title? Okay, it's good roster. No one. Diplomacy. My good. The first. Ну, если кто-то хочет со мной быть в одном городе, там надо нормальный базар гонять. Dragon China Firebook. У меня на чеке-то нету Firebook. Где? Сколько я тут уже играю? 3:22. Вот через 30 минут надо будет сделать рестарт стрим. Чтоб сохранил все. Надо все.
это пустое не могу убить. Сейчас. Перед этим я не мог. 76, 72, 68, 83. Бам. Миссанул. Тут уже ничья пошла. Будем хапу и хапу идти. Пони. По-крутому убивать его. Вот так. Размах, отход, удар. Размах, отход. Размах. Бам. Размах. Ой. Удар по меня. Раз, два. Взял размах. Взял. Четыре лава ора сразу. Малас. Уже полчаса, наверное, сижу. Это первые лава ора выпали. И сразу четыре. Дроп интересный. Где, что, как? Subscribe me, please subscribe me. I will give you one gold piece if you subscribe me. Is that enough for you? No? Okay, I will give you two pieces. If you have any questions, please ask. Этого быстренько, а потом нашу крашеного. Сука, крашеная. Это не я говорю. Четыре штуки за... Ну ты... за 500 тысяч каждый. Это же копейки. Чтоб я не кидал миссию постоянно. Мисс. Вот, постоянно бывает. ПВП тоже бывают такие миссии. Это, наверное, жестоко. Больно, если такое проходит. Thank you.
20% просто. Давай да ударить. Смотри, 20%. 80-60, да? 64. Ну хорошо. 44. Ну нам 16% удар проходит. Тут даже больше. Быстренько, красиво, 5000 XP, почти по 5. Так и входим. Сколько нам процентов? Уже 81%. На 9 левел. На 9 левел, что мы можем делать по 9 левел? Можем что-то одевать? Нет, все было бы за 10, правильно? С 9 левела мы можем... А, мы можем марку получить. Еще смысл здесь, какой смысл мне одевать, например, покупать где-то изготовление вещей, какой смысл мне одевать Dark Crystal, если сейчас зайдем в артефакты. Если я, наверное, могу одеть Чаус. Чаус с уровня 10. Я одену просто фул Чаус. Вообще, у меня есть фул. Не фул, но... А я вообще могу одевать Чаус? Ордер. Что, в чате его попросим. Интересно. Чайник какой-то. Все-таки фул Чаус, и буду еще тут качать. До 11 левела, когда я одену элементал чайник. Да? Игра хорошая. Пойдет. Один против четырех элементарных. Минус один. Кто-то встает. Опять отстает. Что за фигня?
Чё ты этот стоит? Голод, хард, это уже много, не с каждого уже падает, правда? Я белый элементаль хартов. Просто босса бить. Бафы закончились. Тут, наверное, добить до 100%. Чуть-чуть время занимает. Сколько я тут мобов уж. Гачем, а? Фигуа. Что не скажет, если сейчас нажму? Сколько покажет? Одного. Какой гранич, интересно. У меня 25 треки. Было бы хорошо, если из этих стон големов был бы какой-то понт. Ну, как бы, я имею в виду, с дропа. Ну, деньги какие-то. Что-то такое. Реально, проходки от них не бывает, я думаю. Насколько я помню, проходка это элементал. Элементал коры. Элементал коры падает только с зеленых. Зеленые тут вообще маловато. То же самое прикол, что в Террасан Кипе нет толку убивать дронов и варио, потому что с них не падает проходки. Они только там мешаются. Что там было с ловить Чарльз? 200 тысяч. Кипеть. Для фулсета ноги не хватает.
Изи пизи. 5000 теперь просто. Только, реально, только. Что, не взял даже? Так. Помнится, не бывало шума. Банки стоят. Я думал, фэнса накачаю. Я ты лево включаю сразу тут. Чисто. О! Последний бобик. Надо, наверное, офстриме накачать трекинг, хайдинг, детект, хайдинг. Короче, все скиллы, которые качаются по АФК. Ура! 9-й левел. Клап, клап. Клап your hands. Клап, клап. 9-й левел. Ура, ура! 9-м левелом я, наверное, ничего не буду менять. Сколько мне там XP надо? А, лям, лям. Миллион XP, если мне за каждого моба сейчас будет давать по... Меняется там вот это XP количество. Стабильно 5000. Мне надо... 200 голубов убить, чтобы отнять экспелов. Это много? Да, много. Потому что толку нет. Надо качаться там, где есть какие-то толки. И падают проходки. Или вообще-то есть какой-то лут. Элементы. Здесь я могу элдер убивать, но немало. Значит, я сейчас буду. Что я буду делать? Бегать. И последний удар. Лучше у нас элементал ора. Метеор. Метеор кристалл. Что ж, куда мы дальше идем-то? Мобов хочу, мобов, зеленых элементов. Сколько процентов там? 26. Вообще не идет. 0,1, наверное, только идет. Ладненько, так. Тогда сделаем так, что мы... Ладно, убьем этого еще. Убьем этого. Пойдем в мою зданчине. Тогда уже, наверное, вроде, ну там 15 минут осталось еще. 10. Сделаем так, я сейчас этого убью, делаю в стриме паузу, буду через полчаса, часик, и тогда, что тогда, тогда уже будем смотреть, дальше качаться, накачаю все скиллы, там хилинг. Ладно, хилинг сам накачается. Это трекинг, хайдинг. Все такие уже вроде плюс-минус нормальные. Процент.
сало. Не надо. Так, летаем обратно в наш город. Так, у нас лута 25 тысяч. С ним что мы можем делать, я не знаю. Надо будет банк сделать, организацию банк, а то тут ничего не найти, ничего поставить. И накачаю я скиллы поп стрима. Короче, увидимся через плюс-минус часик, а то там вообще скучно будет, я сам не буду смотреть, как скиллы качаются. Так что так, удачи всем. И до скорого. Ставьте лайк, субскрайб. Самое главное, сабскрайбы и комменты, пожалуйста. Все, удачного вам дня. Часика. Потом приходите за удачей обратно.